Знаете, это скорее всего молодежь это словосочетание использует. Говорит, у меня челюсть отпала. Не вылетела, а отпала. Я сегодня пришел на собрание английское. Чуть-чуть опоздал. Пастор Билл проповедовал в этой церкви. Друзья, это удивительно было для меня. Он читает то место Священного Писания, которое я сейчас буду вам читать. Как вы думаете, это совпадение? И он объяснял. Удивительно, знаете, 66 книг Библии, 1189 глав, 31 240 стихов. Есть статисты, которые любят считать. Ну, мне нравится вообще статистика. И вот среди этих 31 тысячи есть стихи, оказывается, которые вот и одному брату по-английски, а другому по-русско-украински открылись. И вот хочется поделиться. Несколько воскресений тому назад я вел собрание и прочитал этот стих. И вы знаете, вот стих прочитаешь в начале собрания, ты имеешь, ну, 2, максимум 3 минуты, чтобы сосредоточить внимание людей и призвать их помолиться Господу. И вы знаете, иногда вот этот стих тюх и остался в памяти. И вот сегодня я его опять прочитаю. Первое послание Иоанна, 3 глава. Билл сегодня читал. 2 глава, последний стих. И 3, до 10 стиха. И помните, вот сейчас вы вспомните, кто вообще внимательный в собрании. Я читал этот стих и прочитал первое слово. Смотрите. Какие ассоциации у вас возникают сразу? А? Куда смотреть? На что смотреть? На кого смотреть? Зачем смотреть? Как долго смотреть? Я думаю, что вы еще что-то добавите там. Смотрите. Это не то, что посмотрите и все. Это глядите и не глаз не сводите. Словарь говорит смотреть, направить свой взгляд, чтобы увидеть. Оказывается, можно смотреть и не видеть.
И сидеть в собрании и не слышать. Такое бывает, да, братья и сестры. Сестра махает головой, да, бывает. Особенно ведущий собрания, он вообще-то самый невнимательный человек в собрании, чтобы вы знали. Ты думаешь, особенно если торжественное собрание, то вообще отключенный. Думаешь, кто первый, кто второй, чтобы порядок был, чтобы все четко. Вот. Я прочитаю этот стих. И сегодня пытался много на память учить, чтобы не показать, какой я умный, а чтобы оно у меня осталось, то, что я говорю людям, и чтобы оно меня вело по жизни. Итак, 3 глава 1 послания Иоанна, 2 первых стиха. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его». Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, какими будем. Знаем, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И вы знаете, пастор Билл говорил, кто для нас Господь Иисус Христос и что Он сделал. Оказывается, любовь, чувство, оказывается, на любовь можно смотреть. Это не ту любовь, что там кто-то кого-то за шею прижал. Это подует ветер, и любви той нету, как один поэт сказал. Это любовь, когда сердце горит, когда ты переполненный, и когда ты преисполненный. И Писание, наш брат Иоанн говорит, смотрите. Это значит, смотрите сегодня, завтра, и пока дыхание в ноздрях. Смотрите. Не сводите своих глаз. Вы знаете, с людям свойственно иногда взгляд отводить в сторону. Представьте, ну вы знаете меня на протяжении вот скольких уже лет, с 99-го года, кое-кто знает. Знаете, я люблю проповедовать, чтобы на меня смотрели. Но проповедовать нужно так, чтобы на тебя смотрели. Иногда у нас не получается, или времени мало, или вдохновения как-то нет, или где-то что-то не так. И представляете, проповедую в одной церкви, вечернее собрание проходит уже половину, я заканчиваю собрание, или две трети уже прошло, я заканчиваю собрание. И тут церковь поворачивает голову. Кто-то там зашел. Я проповедую. Кто-то зашел, и 40% церкви повернуло свою голову. И вы знаете, я повернул. Ну, зашла какая-то сестра. Видать, экстравагантно одета, или уже сейчас не помню, или, возьму, чересчур такая яркая. И все как-то так повернули голову. Друзья, я думаю, Господи, если мы в Доме Божьем вот такие бываем невнимательные, то вообще по жизни что говорить? В Доме Божьем мы можем быть невнимательными. Есть несколько опасностей, если мы не смотрим на любовь. Смотрите, мы можем смотреть по сторонам. Мне однажды человек посетил нашу церковь, очень правильный, и сказал, ваши женщины накрашены. Они без платков сидят. И там все. Я говорю, да. Я говорю, не видел. Как ты не видел? Ну как ты не можешь такие вещи? Ты же пастор церкви, давай чесать меня слева-право. Я говорю, правду не видел. Правду не видел. Все верующие, все правильно себя ведут. Ну подумаешь, там было что-то. Ну я уже, это не для меня не главное. Мы можем смотреть, кто как зашел. И когда двери вот так, мы все по голову повернули. Друзья, запомните то, что сейчас вам сказал. Если заплакал ребенок, не смотрите, мама, сколько можно. Если кто-то там двери не удержал, не смотрите. Пропустите обязательно. Дьявол тоже в собрание приходит. Смотрите. То есть глаз своих не сводите. С чего? Смотрите, какую любовь дал нам Отец. Смотрите. Там крест. Смотрите. И вы знаете, когда мы будем смотреть, мы никогда не будем смотреть по сторонам. Мы никогда не будем смотреть на личность, которая зашла, хотя она, возможно, не такая, как вот в церковь правильно приходит. Мы не будем смотреть на людей. Вы знаете, когда будем смотреть на Христа, мы не будем смотреть на себя. Какой я красавчик или наоборот, какой я неудачник. Это один из видов смотрения. Друзья, смотрите. И вы знаете, Писание, я просто несколько стихов, которые просто упали мне на память.
Писание четко, апостол Павел, Петр говорит, смотрите. Помните известный стих Ефесянам? Итак, смотрите, поступайте осторожно. Не как неразумные, но как мудрые, дрожа временем, потому что дни лукавы. Вот на что смотреть надо. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого, Евреям 3 глава. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за злом или ругательством за ругательством. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по стихиям мира, а не по Христу. Вот на что смотреть надо, друзья. Но я бы хотел сегодня обратить внимание. Вот именно смотри, какую любовь дал Отец. И в каждом практически стихе здесь говорится «братья», «братья». Когда будете читать Ветхий Завет, там тоже, там очень много это слово встречается. Особенно вот в первых книгах, там, где говорится вот о родстве. Именно слово «братья» встречается как член семьи, как брат. Но в Новом Завете что-то удивительное произошло. И уже в Деянии святых апостолов мы встречаем слово «брат» как бы по-новому звучит в духовном понимании этого слова. А в посланиях это слово практически в каждом послании. Братья и сестры. Мы настолько привыкли к этому, братья и сестры, что не обращаем внимания. Некоторые проповедники это слово употребляют как иногда в молитве «Господи, Господи, Господи, Господи» на каждом предложении. Так вот, братья и сестры, кое-кто говорит «Аллилуйя» очень часто, кое-кто говорит «Слава Господу», кое-кто говорит «И да, благословит вас Господь». И такое есть братья и сестры. Это значит, что Отец у нас один. Это значит, что у нас нет тех, которые вот здесь и которые вот там. У нас нет священства и мирян. У нас есть те, которые чуть-чуть больше отвечают, чем те, которые чуть-чуть меньше отвечают. Потому что и они за что-то или за кого-то отвечают. И это важно. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Это для меня всегда, вы знаете, поосторожнее там, поосторожнее здесь, потому что там мои дети сидят. Если хорошее говоришь, говори осторожно. Если плохое говоришь, еще осторожнее будь, потому что моя собственность вот там на рядах. И вы знаете, вот как-то с некоторых пор мне это просто вонзилось в мою память, это год назад приблизительно. Каждый раз, когда выхожу, Божья собственность перед тобой. Но они мои братья и сестры. Поэтому, знаете, если отец на месте, то всегда будет порядок в семье. А я верю, что отец наш смотрит. Смотрит, как ведут его дочери и сыновья себя. Друзья, не смотри на людей, соблазнишься. Не смотри на себя, усомнишься. Лишь смотри на Христа, укрепишься. Я когда-то прочитал моих старших сестер, знаете, писали стихи там, и к стихам еще что-то писали. Вот это прочитал, оно мне на память осталось. Смотри, брат мой, на Христа, на Его любовь, потому что мы дети Божьи. Очень сильное место Священное Писание, которое еще раз и еще раз нам говорит о любви Божией и том, кто мы есть перед Ним, дети Божьи, и кто мы между собой. Попытаюсь восстановить по памяти первое послание Петра, 1 глава с 15 стиха. «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят». А теперь очень внимательно. И если вы называете отцом, который нелицеприятно судит каждого по делам,
то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов». И здесь дальше то, что мы уже прочитали. «Но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенный еще прежде создания его мира, но явившегося в последние времена для вас. От чего избавил нас Отец? И что Он нам дал? Он дал нам много чего. Но Он избавил нас от суетной жизни, преданной нам от отцов. Что мне дал мой Отец? Спасибо, Он мне дал жизнь с мамой. Продукт любви двух людей. Вот перед вами уже 56-й год. Он дал мне жизнь. Он дал мне черты. Мария говорит, чем больше старею, тем больше на отца похож. Мне так нравится вот это сравнение, быть похожим на отца. Он дал мне фамилию, которую ни один американец не выговорил никогда. И половина русских тоже. Он дал мне отчество, которым я практически не пользуюсь, и два человека в церкви называют меня по отчеству, но это их право. Хотя в Америке мы, в принципе, по имени называем. Писание говорит, в беззаконии я зачат, и во грехах родила меня мать. Вот что мне дали родители. И знаете, еще дали мне суету. Суету. Где жить, за что жить, во что одеться. И вы знаете, пришел Отец Небесный, чтобы избавить нас от суетной жизни. Это не значит, что я не пойду на работу. Правда, сейчас вот недельку просочковал. Пойду. И буду беспокоиться, потому что один зарабатываю на хлеб в семье. И хочу жить как-то, даже не в мобил-хоме. Вы знаете, Господь избавляет от суетной. Он избавил меня от жажды. Слава, зайди, посмотри мою спальню. Не хожу по спальням. Мне они не интересуют. Дубовые, черешневые, ореховые и прочее. Не интересуют абсолютно. Можете даже не звать. И дома, сколько этажей, сплит-левел, и там и прочее, и все, и потолки, высокие, низкие, тепло у вас там или холодно. Лучше бы тепло. Не интересует. Господь где-то внутри избавил от суетной жизни, преданным от отцов. Избавил. Ничего не прилипло. То, что Божие, я несу в церковь, нигде не зажимаю, потому что это все от Него пришло, потому что я люблю свою церковь, потому что мне братья и сестры, родные по духу. Это дал Отец с Матерью, что дал Отец Небесный. Знаете, Он что мне дал? А руки под гвозди. Вот это мне дал. И голову под терновый венок. Вот это Он дал. И кровью Его я исцелился. Поверив, в чем вера заключается моя? Я поверил, что Иисус Христос 2000 лет тому назад был распят за грехи мира всего один раз на всю историю. И я поверил, что вот там под этими руками, под этими тернями и под этой кровью, силой крови, где-то был я, и на меня упало. И был день, когда это все открылось. И я плакал, как маленький ребенок. На третьи сутки понял, что со мной произошло. Представьте, два дня не мог понять, что со мной произошло. Желание грешить ушло. Желание мирского ушло, быть с миром ушло, азартные игры ушли, все остальное ушли, сквернословие ушло. Представляете, я уже не ловил себя, сын, пресвитер, как дьявол обогатил меня талантливым. Господь помилует, и тебя помилует, друг, если у тебя что-то есть еще в жизни твоей. Друзья, потому что посмотри, какую любовь дал Отец. Мир не может этого понять. Мир нас не понимает, потому что его не понял. Вот это ответ на вопросы. Когда мир поймет силу Божьей крови, силу очищения, он и поймет вас. Почему вы нормальные люди дома там сидят, шашлык жарят или мясо, а вы здесь вот в собрании, кое-кто уже на второй остался. Зачем?
Зачем? А затем я понимаю величие Божие, и я понимаю, что я никто и ничто, и это заставляет меня повергаться пред Господом. Друзья, или хотя бы подняться на ноги, лучше на колени встать, потому что Он достоин. Друзья, еще посмотрите, что дал Отец. Еще в юности выучил Иоанна 1:12. А тем, кто знает, повторяйте за мной, а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Друзья, это не просто я сын. Нет, это не просто. Он дал мне власть. Я это держу в руках. Это не название. Это то, чем я пользуюсь. И скажу больше. Он не только дал власть. Он еще больше дал. Этот стих мы читаем обычно на Рождество. Галатам 4 и дальше. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, и чтобы дать нам усыновление. И мы, как там дальше, а как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Абба, Отче. Поэтому ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Друзья, это больше. Это больше, чем просто власть. Это больше, потому что Он дал право нам пользоваться этой властью и этой привилегией, и то, что нас еще ожидает в вечности. В нашей церкви не практикуется молиться Ава Отче. Может, брат Женя один молится, может, еще кто-то. Ну, это как-то у пятидесятников больше принято, у харизматов это вообще принято. Друзья, не бойтесь этого слова. Абба в оригинале. Это Господь дал. Дал в сердце Духа Сына Своего вопиющего. Ава Отче. Если я Божье дитя, я имею статус особенный, и я этим пользуюсь, потому что Он дал мне власть. И если я сын, то и наследник Божий во Христе Иисусе. Когда-то Давид вышел против Голиафа, а Саул спрашивает своего военачальника: «Авенир, чей сын этот юноша?» Он сказал: «Да вовеки живи, царь, или доживет душа твоя, царь, не знаю». Он ему так просто говорит: «Так и спроси». Но получилось так, что сам спросил: «Чей ты сын?» А он говорит: «Раба твоего Иисея из Вифлеема». Вы знаете, бывают в жизни моменты, я когда на школьных каникулах, когда был подростком, так класс 6-7 к 8, мне хотелось на летних каникулах заработать деньги. И благо было, у нас была сельхозтехника, у нас был мешколхозстрой, у нас был консервный завод и был колхоз. Мы вообще-то что-то ни село, ни поселок жили. Было 24 организации, где можно было заработать, не уезжая никуда. Я помню, вот как я на консервном заводе ящики сбивал, тару. Я понял, как это в колхозе хотел, никого не было, а вот хотел приобщиться. И там, знаете, дядьки вот эти прокуренные слова нехорошие говорили. Они спрашивали: «Ты чей сын?» «Как твоя фамилия?» То, что мне отцы передали, знаете, да? И я им отвечал. Они говорят: «Ты, твой отец шьет или пресвитер?»
Говорю, пресвитер. И следующее, знаете, что было? Эй, ты замолчи там, смотри за своим языком, а тут вот сын пресвитера появился на территории. Друзья, если этого подростка деды беззубые считали за что-то, брат, это твоя территория, где ты ходишь, там твоя территория, потому что ты Божье дитё, а он твой отец, не бойся. Поэтому я смело вхожу в дом к американцам и начинаю петь, я вам уже это говорил. И это Божья территория. И сколько было уже, что они начинают ко мне говорить, а я начинаю им говорить, praise the Lord, thank you, Jesus. Они говорят, how are you? Говорю, praise the Lord, everything good. А он говорит, первый раз слышу, чтобы мне так отвечали. Да, я думаю, ну, может, неправильно. Даниил, я правильно отвечал? Правильно. Ты понимаешь, это твоя территория. Тебе спрашивают, чей ты сын или не спрашивают, а ты должен рекламировать, чей ты сын. Потому что он дал тебе власть быть детем Божьим и готовит наследство. Не так давно говорил с одним человеком, он говорит, представляешь, в Мексике был. Говорю, поздравляю, счастливый человек. А с кем ты ездишь? Говорю, может, меня когда-нибудь возьмешь. Он говорит, своим пастором были. И говорит, ты знаешь, он какой на кафедре, такой в Мексике. Вау! И пиво, даже пиво не пил. Представляете, пасторы в Мексике даже пиво не пьют. Мы полтора года назад были в Израиле. И когда мы с Оксаной приехали, я получил текст-месседж. И вы знаете, я ее долго берег. Спасибо, брат Славик. Мы тебя на кафедре видели. Но мы там тебе еще, мы за тобой еще целую неделю наблюдали там. А я там и вечерю проводил, и крестил в Иордане, и молился, и проповедовал там, где Христос заповеди блаженства объявлял. Оказывается, за мной наблюдали, какой я там в Израиле, и какой я в Такуме, и какой я в Кенте. Друзья, рекламируй. Я не хочу сказать, что вы такой я тут пушистый и правильный, но люди, оказывается, за мной наблюдали, как я буду себя вести вне церкви. Им это понравилось. Они мне комплимент сделали. Я бы очень хотел, чтобы каждому брату и сестре в этой церкви делали комплимент, что мы дети Божьи. Еще одно место, и буду заканчивать. 11 глава послания к евреям говорит нас о людях веры. А вот 12-е как бы итог подводит. И там говорится так. Поэтому, посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который, вместо предлежавшей ему радости, претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Друзья мои, если мы поставим в своей жизни смотреть, не поглядеть, а смотреть, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса и что он сделал, я уверен, что в кипящий котел муха не залетит зловонная, потому что вы на той волне, которая Господу нравится, и я уверен, она принесет вам благословение. И совсем последнее. Хочу сказать, что не все приходит просто так. Я дитё Божие, свесил ноги, и вот ожидаю, все мне нормально, все мне в руку, и в семье, и с внуками, и с детьми, и в бизнесе. Нет. Сегодня буквально утром думал, а почему в Писании написано так? Достигайте любви. Смотрите, какую любовь дал Отец. А вы
достигайте любви, ревнуйте о дарах больших, старайтесь иметь мир и святость, без которой никто не увидит Господа. Старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. Друзья мои, наша жизнь и наше хождение пред Господом – это работа каждый день. Не расслабляйся, брат и сестра, не расслабляйся. Мы на территории врага находимся. Поэтому смотри, поступай осторожно. И крест Христов пусть будет всегда перед глазами. Цена пролитой крови всегда будет у тебя в сердце и на устах. И тогда ты не будешь смотреть по сторонам, ты не будешь смотреть, как ведет себя тот или второй. Другой, ты да, будешь смотреть, но оно тебя трогать сильно не будет. Просто сожалеть будешь о том, как себя ведут люди. И ты не будешь смотреть на себя, какой ты хороший или какой ты плохой. Смотри на Христа, укрепишься. И да благословит нас Господь, друзья. Запомните это слово. Смотрите. Смотрите. Это значит, что мы не сводим глаз и смотрим в правильную сторону для того, чтобы это держало нас и довело нас к вечности. Аминь.